Море вернулось говором чая, песни прибоя рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый, вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу детские сказки на синих ладонях несет корабли. Любви не остановит лед. И если ты не удержался на плаву, ты взывай, ты кричи: Иисус, я тону. Ты молись, Он все поймет, Он может больше. Твои слезы Он утрет, тебя с собой к Отцу возьмет. Любви кораблем ждет тебя, и Дух Святой его ведет. Когда с душой больной к тебе приходит,
моешь рану. Я по воде тогда к тебе пойду. Пойду я с верой твердо внутри, зная, ты кричи, он все поймет. Он может больше твои слезы, он утрет. Тебя с собой к отцу возьмет. Любви корабль, он ждет тебя, и Дух Святой его ведет. Корабль любви все выдержит поток. Корабль любви не остановит лед. И если ты не удержался на плаву, ты взывай, ты молись, Иисус, я тону. Он простит и все поймет. Он может больше твои слезы, он утрет. Тебя с собой к отцу возьмет. Любви корабль, он ждет тебя, и Дух Святой его ведет. Корабль любви все выдержит поток. Корабль любви не остановит лед. И если ты не удержался на плаву, ты взывай, ты молись, Иисус, я тону. Ты молись, он все поймет. Он может больше твои слезы, он утрет. Тебя с собой к отцу возьмет. Любви корабль, он ждет тебя, и Дух Святой его ведет. Едем снова на корабль. Возвращаемся с полуострова Виктории. И едем на главный, с острова, что ли. Это остров такой не маленький. И едем обратно на главный материк Канады. Туда, в сторону Ванкувера, чтобы переезжать на Сиэтл. Паркуемся и на кораблик. Ну что, друзья, готовимся отплывать обратно с острова Виктория на материк. Friends, we are getting ready to depart from the Victoria and going to the Canada. Actually, it seems like we already taken off. Seems like the ship is moving. Well, I don't know, maybe we're not. Может, и не движемся. Похоже, как будто бы по воде, что уже движение началось.
этаж. This is the top level of the ship. Окей, это мы на этом корабле сегодня идем. Taking this ship right here. Front of the ship, вперед корабля. Кто любит наблюдать, мог там сидеть. Вот такое view. We are getting ready to depart. Мы готовимся к отплытию. Все здесь так красиво, everything's beautiful. Можно это все на карте посмотреть. You can look all this route on the maps from Victoria, British Columbia to Vancouver route. The sun. Вот мы отплываем. Here we are taking off, departing from that spot. The ship is moving sideways right now. And here we are taking off. Мы уезжаем. Все, goodbye, Victoria. It was nice to be here. Beautiful place. Скандал said I got here when it was already dark. Я приехал вчера, уже было темно, так что мало что здесь увидел. Вот, и уехал тоже на рассвете, можно сказать. And I left in early morning too, so I didn't get to see much of the island yesterday. Эти маленькие островки здесь, много их, there's many of them, people live on them, люди живут на них, дома строят, beautiful houses, домики. It's something to see, есть что посмотреть. Скользко.
Seca Engine Room, где мотор находится, комната мотора, или этот, как его, отсек мотора. So this ship has about 6 levels, 6 этажей примерно, может даже 7. Вот это, наверное, седьмой этаж, там выше. Huge. Вот мы приближаемся к порту. За окнами ветер большой шумит. Behind the windows, strong wind making lots of noise. So I take video from here for a couple minutes. We are arriving, мы приближаемся, подъезжаем уже, подплываем. Вот он. Значит, отсюда будет на Ванкувер, Дельта, ну и, конечно же, на Вашингтон, штат. We're gonna be coming here from here to Delta, Vancouver and state of Washington. Ай, красиво. Beautiful.
уходят на закат. British Columbia, Victoria, beautiful place. Дай руки твоей коснуться. Я здесь останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят, чтоб вернуться.